Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Volkswagen Jetta. Ремонт двух дверей. Передняя дверь имеет побольше повреждений и вмятин, задняя только одну вмятинку. Итак, приступаю к ремонту. Ремонт буду делать при помощи споттера. И первым делом я убираю краску с поврежденных мест. Ремонт начну с ребра с жесткости внизу передней двери. Теперь равняю остальную плоскость передней двери. Thank you.
Работу с металлом на передней двери я закончил. Осталось выровнять вмятинку на задней двери. Равняю ее. На этом моя работа и работа с металлом закончена. На эту работу ушло 6 часов. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!